Всем привет! Вы на канале «Бумажные сюрпризы Вики», и сегодня у нас снова обзор каталога. Его вы еще не видели, по-моему, да? Или что-то у нас в нем было? Я не помню. Давайте все смотреть. Первая коллекция девочки. Здесь это была девочки. Она была еще год назад. Вот так вот Викуся рисовала. Дальше коллекция головы. Мы вклеивали их сюда. В этих человечках. Человечки были нарисованы в каталоге, а головы мы вклеивали. Вот они с разными эмоциями такими были. Дальше человечки. А там не было? А, там было девочки. Вот, смотрите, тут они такие разные. Девочки и мальчики. Вот такая вот коллекция была. Дальше была коллекция «Собери зайку». А как мы наклеивали вот эти глазки, если здесь не было номера? Мы сначала... Мы на голове, на вот это, я пронумеровала здесь. Сначала мы голову наклеили, ну так, я, наверное, специально сделала, чтобы попалась сначала голова. Вот, а потом уже вот эти все лапки, глазки, и на голове тоже номера были. Дальше капельки. Тушка какая-то тут не очень добрая, да? Вот такие капельки, кстати, прикольная идея. Мы наклеивали. Они с разными эмоциями тоже. Следом была коллекция бантики. Тут я чуть-чуть помогала раскрашивать. Только раскрашивать рисовала Вика тут сама. Вот я только оттенки чуть-чуть тут помогла. А вот это все раскрашивала Вика тоже сама. Вот такая девочка, у нее на голове очень много бантика. И вот тоже бантик. А на платье принцесса нарисована. Дальше котики-человечки. Вот они тут такие разные-приразные. Даже с квадратной головой. Да. Дальше была оранжевая тема. Тут абрикос, оранжевое солнышко. Апельсин. Апельсин, это нарисованный котик, апельсиновый сок. Прическа. Кстати, это Нина в реальной жизни. Просто прическа. Очень красивый цвет, кстати, такой яркий. Дальше времена года в виде там человечков. Были только четыре. Да, зима, лето, весна и осень. Ну, это но не сейчас... Так, сейчас наверное, время вот... года лето. Да, это весна, когда цветы, осень и зима. Вот зебры Зои. Это тоже это из Свинки Пеппы персонаж, думаю, да. Вы его знаете очень хорошо. Тут они разные-приразные, в разных костюмах, с разными мордочками. Зима. Ботиночки, сосулька, шляпа, конек, елка, снеговик и снежинка. Да, это не шляпа, а шапка. Шапка. Вот. Следом идут роботы. Кстати, у нас в феврале шел снег в этом году. Да. Роботы. Вот тут даже ночь есть, да? Это ночной робот. Когда говорю ночь, она говорит неправильно, она ночной робот. Когда говорю ночной робот, тоже. Смотри, это же система. Я поняла. Ночной робот это система, а ночь это персонаж. Следующее это лица. Да, тут даже голова ночного робота есть. А это Тахи? Или просто нет, сова? Смотри, какой клювик, это не Тахи. А разве у Тахи такие глазки? И у Тахи нет бровок, и у него здесь нету вот такой линии. В общем, как вы поняли, лица мы наклеивали на вот эти головы. Это спортивный робот. Он днем идет с детишками в спортзал. Понятно. Он любит физкультуру. Да, продолжаем. Теперь кружочки. Это типа, ну, смайликов, да, наверное? Да. Но они все с одинаковой эмоцией, просто разноцветные. Шарики в бассейне с шариками. Угу. Собери слоника. Да, вот. Мы тут тоже собирали его по кусочкам. Голова, ручки, ножки, даже малюсенький хвостик наклеили. Да. Дальше. Дези Фанаи. Тут была... я еще не очень хорошо их рисовала. Это была самая первая, когда ты только придумала их, да, Викуся? Я здесь еще не очень хорошо их рисовала. Вот как она, как Вика раньше их рисовала. И тут она перерисовала, что-то тут было не так. И вот тут продолжается, да? Это малинки. Малинки эмоции. Малинки эмоции, да, это на не куст. На кустике. Куст тоже. Тут тучка, как ночной робот. Угу.
Вот малинки все с разными. Тут продолжается дозифона, и тут на прическе ни одного глаза не было. И я перерисовала. Угу. Дальше. Это рисунки по точечкам. Точечка. На салфетках. Видите, ежик, это что, цветочек? Не-не, это не цветочек, это якорь. А, якорь, глаз. Шуша из смешариков, солнце и просто узор, да? Да. Это на салфетках. Это ромбик был. На салфетках по точечкам фломастерами нарисовано. И даже надпись по точечкам. Да, вот рисунки по точечкам. Здесь я рисовала, просто... какой-то слон здесь нарисован. Да, тут всякие корлючки. Так. Крестики, нолики. В общем, что только Вика не делала в своем каталоге. О, коллекция осьминоги. Вот, смотрите, какие осьминоги прикольные, кстати, были. Особенно вот этот, да, так бросается в глаза. Ну, все они прикольные. Еще коллекция космос. Это планеты, это Сатурн, ракета, звезда, пришелец, летающая тарелка, кнопочка и луна. Но кнопочка в летающей тарелке. Так нравится тема космос. Вот дальше. Такая коллекция у меня была прикольная. Коллекция девочки 2. Потому что мама там на редкую назвала вот такая девочка, надо было назвать редкая. Ты на помнишь? Эту девочку мама назвала просто вот такая девочка, а надо было назвать, что это редкая девочка. Понятно. Якоря. Вот такая коллекция якорей. Дальше фламинго. Вот, смотрите, они разные. Даже длинноногие. Вот такие. Красивые у Вики были раньше коллекции, да? Да. Милые советы. Милые советы. Действительно, они миленькие. Смотри, какие глазки. Вижу. Это что, красная тема? Нет. Дальше красная тема, да, вот. Тут бантик, сердечко. Вишенка, красная морская звезда, штанишки, губки, помидор. Угу. А здесь сейчас сезон помидор. Да, дискотека. Тут разные дискотека. Наушники, микрофон, шарик, ноты. Это туфельки, дискотечный шарик. Дискотечные очки, платья, да. Да, и микрофон. Короны. Вот такие Вика делала. Желтым фломастером. И оранжевым. Тут ничего нет. Зайки-балеринки. Да. Вот такие тут все зайки. Так что, Викуся, сейчас тоже делай и человеческие коллекции, не только про Дезифонаи. Да, видишь, как было весело раньше. Зонтики. Кстати, тут и капельки попадались. Вот, некоторые... Тут тебе не нравится, как я делаю Дезифонаи? Ну, конечно, нравится. Но дело и такие. Я тоже, же не да? зря их придумала. Не зря. Свечки. Потом разворачиваются, как здесь были перышки. Наклейки. Видите, переливается. Теперь дезифонаи. Вские предметы. Дезифонаевские предметы. Вот платье Рор. Пароход Селя. Цветок Зит. Видите? В виде разных предметов. Потом... Сердечко Нина, листик Эсби, пуант Астки, мишка Тахи, лодочка Миск, штаны Жипе, школа Елп, мячик Ночь и кубик Зиг. А, Зиг, да. Следующее, это домашние роботы. Вот, смотрите, ночной робот, потом утренний робот. Тут у нас что, вечерний робот, дневной и спортивный. Спортивный робот каждый день занимается физкультурой. Да, следом, ой. Кладки смех. Кладка, это тоже Викин персонаж. Из Лэм-Лэм. Она какие-то живет они злые, в центре да? планеты Сатурн. Это была редкая кладка. Какая? Смех. Вот это? Да. Какие-то они злые, посмотрите. Она из трубы выпускает корону. Я боюсь. Дальше собери Тахи. Вот сам Тахи, которого мы собирали, видите, по кусочкам. Зиг, Рор. Почему и... Рор такой кудрявый? Я так рисовала. И Рор должен быть таким. А! Это коллекция Гури. Гури очень... А, нет, он добрый, да? Да, на самом деле. Но выглядит как-то страшновато. Да. Вот.
И всякие о-о-о-о-у. Вот такой каталог. Если хотите обзор на каталог с единорогом, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Я махаю, а Вика все говорит. Пока! Будут еще, кстати, обзоры. Вики еще очень много каталогов. Так что ждите. Пока!